21 августа 1940 года мексиканский агент НКВД под прикрытием Рамон Меркадер зашел в дом к Троцкому и сказал, что он написал статью про последователей троцкизма. Попросил эту статью прочитать. Лев Давидович взял эту статью и стал ее читать. Меркадер подождал некоторое время, пока Троцкий станет наиболее внимательно читать статью и не будет ни на что отвлекаться. С собой у него был предназначен для убийства ледоруб. И в тот момент, когда Троцкий менее всего ожидал удара, Меркадер его нанес. Троцкий погиб не сразу, а через несколько часов уже в больнице. Ледоруб прошел в его голову на 8 сантиметров, но Троцкий при этом не потерял сознание. Всем спасибо за внимание. До свидания.